Всем привет, с вами я, Нырим и... Лёшка Карташка. Мы хотим заснять обзор школы лол серверов. Ну это не совсем школа лол сервер. Школа лол. Он специально сделан для... Он сделан для школьников, но... Админы тут явно не школьники. Слушай, а ты где? Я... Ну так скажем, на самом центре. А, все вижу. Внизу. Покупай донат. Вы нам помогаете. Я такой шрифт раздражает. Да вот, не... дюб. Видишь, команда дюб. Дюб? Да. Лол. Лол. 64 мяча. Что? Она по стакам выдается? 64 мяча теперь у меня. Подождите, я напишу еще раз. Возьми лук и меч и... Еще вот... Не, сейчас... уже больше не дюпает. Уже больше не дюпает. Нет, а... Ну, в смысле, по времени ограничение какое-то есть, по-моему, нет? Если по нет ограничения по времени, то это... 5 секунд. Что? 5 секунд ограничения по времени. Что? Ты можешь, знаешь, сколько ты можешь дюпать? Я не понимаю смысл тогда играть на серваке. У тебя изначально все есть. Ты можешь дюпать, не знаю. Ну тут, по-моему, все очевидно. Гриферить всех. Все. Если тут люди еще будут пуканить, то что у них вещи отнимают и гриферят, я не знаю. Да я не знаю, тут наверняка какая-нибудь есть броня бога или как эта хрень называется. Тут есть, типа, что-то вот такого чата есть? Да, есть. Пиши с восклицательным знаком в начале. У меня такой чат раздражает немножко с восклицательным знаком. Не, на самом деле нормально сделали. Знаешь почему? Почему? Потому что так удобно. Тебе никто не видит твои... Ну, чтобы, знаешь, если друзья играют вместе, друг другу пишут, не могут в скайпе, а пишут только так, в чате, то они... Чтобы никого не отвлекать. У меня стак и 63 штуки еще. Мечей. Просто. Все нормально. Просто. Все нормально. Если меня убьют, у чувака просто инвентарь будет забит этими мечами. У тебя лук есть? А, да, тебе дали. У меня два таких. Слушай, а тут киты есть еще. А дюпни лук, слышь, дюпни лук и скинь мне там. А тут только один кит есть. Ага, дюпни лук и скинь мне где-нибудь вот здесь. Он сломан. У тебя будет часа 4 лука. И стрелы тоже дюпни. Я дюпну яблоки. Вот. Ой, я не дюпнул яблоки. Держи. Я дюпнул яблоки. Теперь у меня 63 поломанных лука. Чуть-чуть поломанных. Ну, на я один раз выстрелил. Стрелы как-то непонятно дюпаются. Сейчас, подожди. А, вот, все, я понял, как надо дюпать. То есть, если ты берешь стак предмета, то он тебе никак не дюпается. Ой, я сейчас выложу. Так, меч я выложил. А, бля, у меня тоже луки есть. Вот. Лол, ладно. Выкину тогда вот это вот. А где тут выход в мир интересный? В мир интересный? Или нам сразу надо на PvP-арену идти там фигачить? Это PvP-арена? Похоже на то. А! Тебя нормально! Убили? Тебя убили? Да. Я только зашел, я сразу умер. Я подобрал твои вещи. Знаешь, что это, о чем это говорит? Ну нафига тебе столько гнилой плоти? Это говорит о том, что у кого-то стоит... У тебя были головы этих? Нет, у меня не было никаких. А я подобрал голову. Тут стоит чувак на спауне, выкидывает тупо вещи. 5. В общем, там у кого-то стоит килаура, и она убивает всех, кто там подходит кому-то на какое-то расстояние. О, у меня твоя голова есть. И чья-то голова еще. Вы вдвоем сдохли. Слышь? Да там сразу дофига людей, по-моему, убили. Так, голову давно я выброшу, а твою голову я сейчас оставлю. Эй! Так, ну ладно, го ко сейчас. Мне тогда. А ты можешь ко мне тпшниться? Слушай, этот чел всех убивает.
А, нет, не лазер убивает. Я не туда не пойду, мне там не нравится. Я не про это, ты пойдешь не ко мне, мы займемся ерундой. То есть. То есть. Телепортируйся ко мне. Сейчас я дюкну вещи, наверное. Я тебя скину. Нет, я сам хочу. Мне нравится. Это просто. Я целый стак на себя надел. Фига, ты жесткий. Ой, все, пошли столбы из эмеральдовых блоков. Тебе шуток. Какой классный дом. Эндер сундуки и эмеральдовые блоки. Ты мне кинул запрос или нет? Еще я сделаю. Ты у меня прям первый в табе вылез. Потому что я особенный. Ой. Ну да. Сейчас я бы скинул всякое говно. Ну, чё, у меня меч есть, броня, в принципе, тоже. Вот, скинем, всякое говно называется. Да не, все нормально. Ну да, да. Ну там, зачарованные лобарные яблоки. Стакованные мечи, нормально. Опыт, у меня не выкидывается этот. Что такое? Пение воплощения в мобов. Дополнительные возможности для группы админ и так далее. У меня тоже это говно не выбрасывается. Это фига нам обычным игрокам, это ерунда. Я бы хотел, кстати, эту фигню, это в мобов не вращаешься в обычных, у тебя нету ни никнейма, ничего, и ты нормально двигаешься, чтобы за игроками наблюдать. Превратился там, не знаю, в овечку у него на огороде и все. А он пытается себя убить. А ты бессмертный. Ну и сразу палишься. Смотри, у меня этот голод немного, я проголодался. Слушай, золотые яблоки, все нормально. Все хорошо, да, чё. Этот. Пойдем кого-нибудь мочить. Ко. Такой, давай без скайпа, я не хочу. Лимит школьников на сегодня исчерпан. Все. Ой, смотри, телепортировался, подожди, телепортировался. Видишь его, где-нибудь видишь его? Нет, не вижу. Мочи нафиг его. Лол! Он тебя убил золотым яблоком! И меня убил золотым яблоком! Ты посмотри, видишь, сколько там валяется этих семян? Да. У него какая-то хрень, зачарованная на максимальный уровень. Золотым яблоком у тебя. Ну... У меня есть вещи в Эндер-сундуке, я могу восстановить себе кикстартер. Вот просто вот все убивается сразу же. Пойдем кого-нибудь замочим, кого-нибудь замочим. Угу. Ты готов? Я готов, да, все замочим, да, замочим. Замочили. Замочили. Так, надо начать дюкнуть броню мне сразу. Блин. У меня все новости. Ладно, я еще раз веду кикстартер. Тогда уж, если... А, что? 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 А, тот старт. Все, окей. Я попробую дюпнуть весь кикстартер. Просто весь кикстартер. Все дюпнутое. Я думал, делаются... А, у меня же на мне был стакованный этот... нагрудник. И... Не знаю. Просто. Чум. Я пошел, короче, опять гулять. Записываем уже, кстати, 9 минут. Это уже весит 3 гигабайта. У меня ролики как минимум полчаса. Полчаса у меня будет весить гигабайт 15. Телепортируй. Ой,
Ай, скалолазка! Меня мочит! Убей его! Опять, с одного удара! Нет, тут нет смысла играть, Лёш. Мы никого не можем. Все-таки крутые, с крутыми вещами. Никого не можем убить. Ну это нет. Если у нас сломалась броня, то это уже чит какой-то. Потому что сломать броню с одного удара все возможно. Это если там... Даже, да, не, даже если максимальный уровень, то, по-моему, если... броня не ломается. Ломается. А старта 1000. Не, ну бред это. У меня сломается любая броня. Ну кто на таком играет, это неинтересно. Ваш вывод, вердикт по этому серверу. Мы будем тут играть, это самый лучший сервер. Да. Я хочу задать сюда свою почку. Чувак, который меня убил. Задоначу. Я мочу рукой его! Рукой! Он у меня убил с лука. А у меня есть еще кикстартер. Ладно, я снова готов. Ты на спауне? Я дюпаю пока вещи. А. Это ж, что за смысл этой постройки? Какая-то хрень тут. О, да. Лучший сервер. Просто лучший. Лагерфит. Тут лагерь. Тут играет лагерь. Или как у меня там помню. Блин, я ведь бил по 10 золотого яблока. Вон тут играет лагерь, это все. Тут просто какая-то сходка ютуберов, наверное. Тут сейчас еще будет ложка. Эх, я уже бегу. Где ложка? Я вижу лавку. Прикинь, сейчас у него бьет, знаешь, золотого яблока, я офигею. У него нет ни вещей, ни фига. Тот первый парень был без брони. Лол! Я его ударил и умер. А он жив. И вообще... Это нормально? Я его ударил и я умер. А он даже... Он как стоял АФКшет, так и стоит АФКшет. Без брони, без всего. Вообще без всего. Голый. Килаура. Зашибись. То есть тут с щитами нормально играть? Ну, блин. Мы тут никого не убьем. Тут каждый первый с щитами. Я пойду в этот, в Интермир. Там порталы есть, лол. Тут есть портал в Интермир. Я только в Афат видел. Жалко, тут нельзя людей бить в Интермире. И сейчас ударил тигра какого-то. Он даже не заметил то, что я иду сзади него. Я его ударил и сразу умер. Ты понимаешь? Иду под джунглям. Все, гол другой сервер. Да, они все такие же. Все, короче, мы заканчиваем обзор говно серверов. Нет. Мы не можем ничего заканчивать. IP оставим у него на это. Нет, мы ничего не оставим. Оставим IP, короче. Нет. В описании. Не надо. Не будьте лохами, не играйте в Майнкрафт. Еще больше школьников узнает. Майнкрафт полное говно. Но он становится таким на таких серверах. Но он... Да, приходит... Нет, скучно уже. Какие-то... О, кстати, классный домик, слышь? Там никакая курица меня сейчас не убьет с одного удара. Нет, убьет. Знаешь, просто подошел к цветочку, все, умер. Вышел с спауна, умер. Да, вышел с спауна. Тут то же самое было, как зашел на ПВП-арену там. Все, я блока... Умер. Я блока не прошел, меня убили. Нифига там дом весь в головах. Надо заканчивать видео, уже 14 минут. Все, это у тебя так много весит уже. Вот 4,5 гигабайта. Это мало, да. Со скоростью 1 мегабайт в секунду. Я никого не могу найти. Ой. А-за-за. Там у Лёшки бабушка за кадром. А-за-за. Я выложу свет на YouTube. А-за-за. Он меня сейчас слышит. А-за-за-за-за. А-за-за-за-за. Я умру или нет? Эх, ну ладно. Так.
и дёрнуть. Ногу. Эй, ребят. Семь голов. И было подло. Что тут еще есть? Я сейчас в аду закончу. Я хожу и не вижу никаких коробок. Да? Знаешь почему? Просто пустой мир. Никто не успевает их построить, их убивают. Их убивают семечками пшениц. Разочарованными там, не знаю, на... А стартует 1000. Ладно, я, короче, заканчиваю видео. Пойдем на другой сервер. Пойдем на другой, да. Ну, всем спасибо за внимание. О, коробки в воздухе. Это божественно. С вами был Владимир. Три коробки соединены в воздухе мостиками. Они находятся на... Сейчас. Я забыл уже, как это пишется. Типа асепт. Там какие-то школьники стреляются из луков. Меня не видят. Шифтуй. А это тот самый человек, который у меня... А, или нет, не тот самый. Короче, похож на того, который... У меня лука нет, все моего умереть. Убил меня. А если ты попал из него лука, ты бы мог сам это умереть. Да? Да, у него там типа шипы что? Миллиард. Нормально. Когда ты любил такие высокие деревья, дома? Ну, если бы они были нормально построены... Я могу тебя ударить? Нет. Нет? Пылка выключена. Это, наверное, какие-то элитные дома донатеров. Элитные коробки. Давайте не будем их трогать. Гора закончим. Все, мы заканчиваем. Все. Всем спасибо за внимание, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на новый канал. Играйте на таких серверах, это лучшие сервера в мире, помните. Играйте в Battlefield. Mm-hmm. Payday тоже, это лучшая игра. Ну, в Payday тоже. Смотри, ударь его. Просто ударь. Сосал? Я сосал тоже. Этот. Ну, всем спасибо за внимание и всем пока-пока. Пока-пока. Скажи пока-пока. Угадай, что случилось. Ладно, всем до свидания. Все, всем пока-пока.